Здорово. Продолжаем смотреть на бетку Нио 2. У нас вторая локация, и где-то у нас находится босс. Так, ну внизу мы бегали, внизу последний раз мы умерли. Я не знаю, что за фигня у нас тут происходит, связанная с духом хранителей. Я так понимаю, у меня души просраны. Предыдущие души были просраны. Почему? Потому что, когда я запустил игру, мне дух вернулся обратно ко мне в карман. А если дух возвращается в карман, значит, души остались где-то. Где их теперь не достать? Видимо, либо у меня какой-то медальон стоит на возврат духа. Либо у самого духа есть возврат. Но я его не вижу. Что-то мне возвращает духа. Я это уже заметил не первый раз, это было уже пару раз. И это не очень приятно на самом деле. Надо будет... Ну, я даже не вижу, что, возможно, это делает. Без понятия. Ну, неважно. Вчера, да, вчера на стриме, когда нас там убила, когда мы там умерли от змеюки, предварительно убив у тех мобов внизу, да, на нас напал вот этот мелкий урод, и, в общем, я пошел его убивать, и оказалось, что здесь можно спрыгнуть на него, вот. Поэтому сейчас просто спрыгнем, сразу убьем. У нас еще и мелкий оказался. Очень удачно. Давай, иди домой. И ничего больше нету. Как я пропустил этот проход, не знаю. Ну, босс, по всей видимости, вон там. Так, теперь главная проблема. Как отсюда слезть и не умереть? Ну, вот этого мы петушка, мы, наверное, вот так вот сделаем. Оп. Ё-моё. Я обалденно прямой стрелок. Не знаю, можно это, на эту штуку спрыгнуть? Не, наверное, нельзя. Куда он пошел? Куда он пошел? Что ты там делаешь? Висячий враг. Ой-ой-ой. Кривой я. Висячий враг, кривой я. Зря переключился на сильный удар. При сильном ударе хрену вернешься. И стамины расходуются прям вообще. На ура. Ой-ой-ой. Хм.
смысле ты себя бафнул? Так, вот теперь я даже не знаю, хорошее ли решение сразу идти в ту сторону будет. Или лучше. Но с другой стороны, можно мелких пацанов пропустить. Ой-ой-ой. Так, он опять упал у меня. Как в предыдущий раз. Блин, вот это хреново, что мелкий упал. Вот, иногда-то остается души валяться, иногда-то не остаются души валяться. Так, стрел у меня больше нет. Отлично. Очень плохо. Так, до свидания. Ну кого? Камон! Я откатился. Вообще. Так, стратегически убегаем. Потому что умрем. Там просто этот чувачок очень не вовремя подошел. Я его совсем не ожидал. Блин, нифига себе, достал еще. Что ж ты раньше-то не достала? А нет, он, смотрите, он как-то здесь умер. Почему-то я думал, что... Ну нет, он умер. Уходи. Сяча какая. Блядь. Так, клинок почему-то зарядился. Не понял, что произошло, но он зарядился. Ну ё-моё, умрите. До свидания. Давайте еще тебя что любить. Отлично. Ну, пока он был заряжен, в принципе. Ладно. Мы так туда и не прошли в прошлый раз. Да? Что нас тут убили. Там демон, отлично. У меня ничего нету. Чтобы... Ну да ладно, сколько их тут?
Я слышу котика, кстати. Блин, еще это нет. Сколько стрел? 2 стрелы, отлично. Так, нет, давайте уйдем вообще сюда. Так, что можно поставить? У меня максимальная катана, максимальная отдать, да? И дамажат они, конечно, вообще нифига не дамажат. Ну, интересно. Заряд индикатора амбиты, привычность, урон в спину, сопротивляемость иным мирам, сопротивляемость ядам, восстановление из могилы. Может, восстановление из могилы как раз это и есть? Чувство амбиты, сопротивляемость иным мирам. А у меня нету, кстати, ничего для того, чтобы магию восстановить. Съев такой цветок, вполне можно было отравиться и отправиться. Это зачем? Не знаю, зачем он вообще нужен. Душу усопших. Все отрицательные эффекты. И хорошо. Оселок привычность можно. Оружие поднять. Фигня какая-то. Амулет огня. Ну, кстати. Амулет путешествий. Я почти сдох, да, тут? Нет. Да, надо колющим ударом просто бить. Ё-моё, не достает. А она вот достанет, да? Так, уходи. В болото. Так, уходим, 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 уходим. Стратегически уходим. Ну, как всегда, в принципе. Ай-яй-яй. Жадина, жадина. Подошел, ударил, убежал. Зачем вот бить постоянно ее, а? Так. Жесткая, блин, а? Такое чувство, что мне уровня вообще не хватает на этой локации.
Так, котейка. А, смотрите, когда кот рядом, стамина восполняется очень быстро. Копье факел тоже. Ну, котейка, мне это не поможет, это явно. Ну что, у меня две хилки, там какой-то йокай. Какой-то вот этот вот йокай. Так. Достал, ничего себе. Такого не помню вообще. Неплохо, неплохо. Кот, кот, ты куда уехал там? Котейка-то. Котейка уехала. Отлично. Ну не отлично, нифига. Так, замечательно, еще нашел этот. Где-то еще яд исчез. Хорошо. Хорошо. Там мы были. Сюда мы пришли. Или нет, или мне показалось, что на котейке прибавляется стамина, все так же стамина вроде бы это. Так, надо аккуратнее, аккуратнее с этими пацанами. Они не такие сильные, но вот вдвоем они могут и доставить проблем кое-каких. На нижней стойке их просто можно затыкать. Да, есть такое. Так, Лока ниндзя. Сразу юзаем. Так, амёда. Амёда. Что у нас на амёда можно? Вот это я хотел качнуть. Магический предмет ослабляет защиту противника. Да. Адати. В конце комбо. Подожди, а почему он типа взят, да? Что? В момент перед нанесением удара противника. Ниндзя. У ниндзи что было у нас интересное? Я даже не посмотрел, что у нас интересное ниндзя было. Я и не помню. Снижать затраты ки на уклонение. Блин, ну это далеко. Далеко тебя качать. Медуза. Что это такое? Отравленный огненный стрелой. Фигня какая-то. Симитрав. Сопротивляемость к параличу. Изготавливает стрелы. Сопротивляемость к ядам. Кстати, ядам. Где это было?
Ага, я понял. Пассивки, они вот такого, знаете. Ага. Это активки. Урон. Скорость бега. Может пригодиться, я не знаю. Йокай. А он все пассивки, да, позволяет нахождение мира Йокай для очистки его сферы, использовать технику Йокай, увеличивая при этом вашу силу Йокай 0,7, чего? Действие облика на 7%, давай. И катана. Катана. Урон колющими. 1%. Урон добивающих ударов на 4, если я основной. Ну, хрен знает. Такое себе. Я вообще копье поднял тут. О, дать еще круче, чем... Нет, не круче, нифига. Это оружие света, оно заряжено чистотой, благодаря чему наносит дополнительный урон ки и вызывает накопление эффекта чистоты у жертв, против которых используются враги, на которых действуют отрицательные эффекты чистоты, получает от оружия света увеличенный урон ки и силы йокай. Если противник является йокай, при этом снимаются и блокируются все положительные эффекты. Не понял. Если противник является Юкай, при этом снимаются и блокируются все положительные эффекты. То бишь. Оружие света не канает на Юкаев, да? Какие-то новые эффекты добавились, вообще непонятные мне. Но я понимаю, что... А вот это что такое? Подожди тогда. А, при нанесении врагам урона заполняете индикатор со... Ага. Больше бьешь, сильнее становится. Интересно. Копье слабое, но в принципе... Чуть-чуть слабее, чем... Катана. Ну, попробуем. Сейчас кого-нибудь размотать. Может, нас размотает на самом деле. Там надо лестницу спустить. Хотелось бы. Ага, это у него, смотрите, за... Он слепой, кстати. Мне копье нравится. Пока. Блять.
Да ё-моё, надо в бок уходить. Ну. Да в бок уходи ты. Не могу его. Хорош. Ладно. Что там у него было? Локон мага Амёда. Сразу юзаем. Так, у нас еще какой-то проход имеется тут. Неплохо. Копье хорошо работает на них. Блин, тебя даже не знаю, пытаться заколупать или нет. Что у нас здесь интересного? Так, вижу деваху. Иди сюда, кыс-кыс-кыс. Блять, я же стоял в блоке. Хилка есть. Да ё-моё. Копьё быстрее. Уже хорошо, чем катана. Откуда? Откуда ты появилась? Меня. Я умер, я умер, я умер. Чё? А, это я нажал на кнопку. Я забыл, что у меня такая штука есть, кстати. Я нажал на случайно R2 квадрат. Чё, хилок вообще ноль? Ну нет, есть хилки как бы тут. Но это такое себе. Можно на самом деле попробовать. Да. Расточить листва. Подожди, а как убрать-то? А. Забыл. Так, как она умудрилась там сидеть?
когда я тут подошел и стрельнул пацанов. А, но на самом деле тут очевидно было, кто убил, да? Можно было просто догадаться. Так, тут никого нету, надеюсь. Ниндзя Пума, поможи. Поможи. Так. Поножи. Давай смотреть. 25-й. Есть контакт. Есть контакт. Одеваем. 37-й. Лучше. Лучше яду. Надеваем. Нет. Фигня всякая. 25-й. Чуть-чуть лучше. Так, мы опять вылетелись как бомжи. Так. Чувствую, что... Тут... Где-то еще одна статуя. Тихо-тихо. Никого нету. Только кишки вам маньяван. Замедлить действие? Что? Иди домой. Отлично. Так, все, тут просто у нас были девчонки. А, окей, это сюда, то туда. В принципе, что у нас осталось? Обезьяна и тут проход. Вообще, желательно бы сейчас сделать рывок. Добежать, опустить лестницу. Было бы вообще замечательно. Ну, я, по всей видимости, этого не делаю, да? Почему? Потому что у меня стамина умерла сразу. Моментально умерла стамина. Спасибо, минус 8000 на прокачку. Тихо-тихо. Надо научиться опять играть копьем. Как там пробежать, теперь вообще неизвестно. Блин, так все хорошо шло. Да сбей! Все. До свидания. Ну, кстати, можно с тобой здесь повозиться, да? Эй! Он покажется. Да ё-моё, мелкий, а.
блин, нет. Вообще жесть. Ох ты, ёб тебя за ногу. Ну, спасибо. Сраная хрень прилетела, а. Что ж ты будешь делать? Уйди отсюда, штука непонятная. Вот надо было тебе, да, сюда ползти. Самый, блядь, подходящий момент. Так, макаканоид, ты тоже бы это... Свалил бы нахрен. В толке никого нету, надеюсь. Чё тут? Так, стенка, стенка. Разговаривающая стенка. Не. Угу. Ну, допустим. Не понравилось. Не понравилось. Так, такого не было раньше. Такого раньше не было. Раньше руки не вылетали. Это было неожиданно для меня. Так, там у нас кто-то бафает локус. И кто же это? Кто же этот негодяй? Блин. А, понятно, кто это. В принципе, все ясно. Как ясный день. И бонфайр закрытый, да? Из-за этого. Это что, босс? Нет? Наверное, это босс все-таки. Так, осталось убить здесь обезьяну и забрать, что там у обезьяны классное лежало. Ага, нифига себе, прикол. Да источник вот эта штука, скорее всего. Но там еще вон та штука. И там наверху еще вон тот мудак.
обезьяна делает? Но обезьяна смысла валить нету, да? Только чисто ради уровня. Так, ну давайте ее, кстати, убьем. Чисто ради уровня убьем. Ну, у него стамина закончилась, как и у меня, в принципе. Но я решил ее затыкать уже. Так, из себя выпадет хотя бы это. Да, из меня 4 стрелы выпало, вообще отлично. Замечательно. 4 стрелы, это вообще просто супер. У меня 5 хилок еще имеется. Для кого? Себя. Ты там бафал локацию, нет? Нет, не он. Тут мудак, что ли, который наверху? Что это змеюка вонючая. Понятно. Хватит. Не хватит. Еще один. Давай, иди сюда. Стоять.
Это он? Это был не он даже. А кто тогда? Кто этот мудила? Неужто? Ну, допустим, если там никого нет. Отлично. Вообще отлично. А ты-то что проснулась, штука? Перфект. Лохан ниндзя. Яда нету. Так, есть еще вот эта штука. Плохая тетя, так называемая. И пацанчик. Здоровки. Что тебе отдать-то? Давай молот тебе дадим. Он, смотри, фиолетовый. Уф. Ну, ты чё мне кинул? Вообще фигню какую-то кинул. Вот эту как-то там, что ли, ты мне кинул? Это херня какая-то. У меня здесь катана есть получше, кстати. Понятно. Неравноправный обмен. Так, помолиться или не помолиться? Или вот эту еще штуку убить? Пробовать. В принципе, у меня три хилки есть. И есть мушкетон. Да куда ты бьешь, ёб тебя? Конечно, с копьем против этих штук воевать очень тяжело. Ну, будем называть их медузы-горгоны, поэтому, потому что они похожи очень на медузы-горгон. Охотничий Глеб, амулет огня. Ну, все, в принципе, да. Все, локация зачищена. Все мобы убиты, которых можно было убить. Кадам сидят. 5 хилок у меня. Хорошо, спасибо за инсенсии. Уровень полу-юкай. Ого, это что такое? Кайф.
Ну, забавный, кстати. Стойкость, сила. А, очки навыков самурая. На атаку второго оружия увеличилось. Восполнение ки на 15. Навык. Наверное, вот так вот сделаем. Нужно Амрита, что там 5000. У меня тут как раз имеется Амрита, на самом деле. Коль это последний босс, я думаю, можно все потратить могилу. Я понял, что это такое. Это вот эти вот. Ага. Это типа приходят не сами NPC, мы призываем не игроков, а называется персонажи именно созданных игроками для помощи. Забавно. У меня 21 уровень. Для прохождения этого уровня написано 10 левел минимальный. Блин, один уровень всего, что это? Сколько у меня там вообще дефилм омрит это? А, мне немножко не хватает. Думаю, все силы сейчас качаю. Так, надо кого-то убить. Тут на локе никого нету. Мне нравятся очень эти локации, которые заражены этой, как она называется, плесень, да, или как? Ну, поняли, да? Нечистотами ЮКая. После убийства мобов не остается. Это очень приятно. Сколько за тебя дают? Малыш. За тебя мало дают. Блин. Отлично, нет стамины. Ну ты будешь протыкать, нет? Почему ты два раза просто в пустую ударила? Маловато. Так, вот еще обезьяну, что ли, убить? Да ё как пустил мне твоим... Прыгай. Давай. Ладно, выход не успел. До свидания. Так, ну это маловато, кстати. Ну этого маловато. Все еще мало.
Да наведись на него. Понятно. Окей, он был не силен. Где-то нам еще на один левел. Отлично, можно посмотреть на босса будет сразу. Стойкость, отвага. Нет, блин, не хватает немного. Ладно, окей, все, теперь точно хватает. Стойкость. Нет, наверное, сила. Ну, плюс один вообще отстой. Отвага. Двадцать третий левел. Хорошо. Уровень эссенции. Что там у нас под дзюцу-то? Я такой молодец, да, поставил талисманы. А талисман уязвимости я не могу поставить, мне не хватает слотов. Ладно. Уменьшая силу атаки. Тоже классный талисман, блин. А, можно воду поставить. Ну, пусть будет вода. Так, теперь... противоядие, я не знаю, нужно, не нужно, пока не нужно. Давайте уберем его нафиг и поставим... воду. Воду. Что-то мне за это... Какие-то... Еще штуки есть, паралич, яд. Сопротивление иным мирам. Сопротивление яду. Да, лучше иным мирам, и на сопротивление. Меньше будет выпрашивать. 1,8. Давай 1,8 будет выпрашивать. Самурай. Что? Увеличение ки наносимо на 20%. Это что такое? Здоровье плюс 30 нельзя, да? Здоровье плюс 50 нельзя. Ну, плюс 50 уже хорошо. Ниндзя, значит. Предмет. Нафиг он нужен, предмет. Рун с сюрикенами. У ниндзя, как всегда, какая-то пососная. Это что такое, блин? Прокачка. Хотя на самом деле, если правильно пользоваться и уметь, да, то работает-то отлично. Парирование в конце комбо, урон в спину, это в спину еще комбо треугольник увеличивается, смотрите. Я в основной слот поставил копье. Поэтому не подведи меня. При нахождении силы Юка увеличивает сквер, но медленно. Элемента воды. А, блин, зря я взял, надо было это, значит, водный надо оставить. Или... Водного духа надо поставить. Да, по всей видимости, для этих целей. Все, в принципе.
Терять нам больше нечего. Так, терять еще есть. Что у нас? Так, они самонаводящиеся, понял? До свидания. Я думал, тут все почищено уже, но оказалось, что нет. Что-то не против ябья сыпят, я думаю, там, наверное, кто-то будет меня травить. Босс будет отравлять, по всей видимости, да? О, котейка. Блин, котейка. Ну. Котейка, что ты поможешь? Ты мне ничего не поможешь на тем. Ладно, ладно, окей, смотрим босса. Что? Что, простите? Что это было такое? Так, у нее лапы еще отдельно. Отлично, ни хера себе, самонаводящийся какой-то залупа. Так. Слишком большая атака. Я куда? Ну, ты на одну лапу что ли не купил? Началось, началось. У меня очень длинный хвост, к сожалению. А можешь упчать? Да ё-моё, ну как уйти, а? Надо что-то с этими, с мелкими делать тварями. Так, минус одна, свалилась, отлично. Блин, зря подошел. Да нависи на ту. Оп!
Стой. Ну вставай, пожалуйста. Давай, вставай, вставай. Да как? Такой не было атаки раньше. Да ё-моё, ты... Да дай мне уйти! Господи, еще встало! Прям... Это я, кстати, одну статую не разрушил. Ну ты так... Отравлен. Где я пропустил еще одну статую вонючую? Было три. Я разрушил три статуи. Там еще болото одно есть. Я где-то статую пропустил. Ну, go искать статую тогда. Я не знаю просто. Тут явно ее нету. То есть она не спрятанная. Так, здесь был пацан этот мелкий. Я вроде бы во всех пещерах был. Там был. Блин. Рили, вон там он. Но это моя невнимательность, да? Я в самом начале пропустил. Так, это не в самом начале. Это. Хотя, maybe. Maybe это не она. Где-то пропустил. Что? Нет. Блин, нет, это просто какая-то фигня. Зеленая. Здесь была девчонка, да? Первая. Наша первая девчонка. Где здесь пацан этот был? Я хрен вообще знаю, где я статую пропустил. Спасибо. На самом деле нам по карте что-то показывает еще. Еще какое-то место. Это не оно. Извините. Куда-то туда, да, на самом деле. Yeah.
Ну, я думаю, что в любом случае... Так, извини. Мне надо срочно эвакуироваться. Либо они все внизу, я где-то просто проморгал. Что скорее всего. Так, идите, идите, идите меня. Либо я даже не знаю. Надо искать. Почему у нас... А, котейка тут. Да где я пропустил ее? Блин. За этим чуваком была пещера? Нет, не было тут пещеры. Вон в той пещере ничего не было. Кроме двух этих девчонок. Одна сверху, другая здесь. Так, ты меня еще, наверное, запрешь и убьешь, да? Нет? Нет. Одна там девка, другая сверху девка. Не было. Котейка, ты там это, давай. Не атакуй. Оп. В этой пещере я сломал, насколько я помню. Ладно, я с тобой вернусь. Да знаю, что вы очищаете. Спасибо, что очищаете. Да ёб тебя. Сразу не прибежал мелкий. Иди домой. Ага, все отлично, все кадамы возвращены. Так, я могу такое навалить. Ну, может быть, или там одно болото по умолчанию останется. Надо посмотреть стрим предыдущий. Одно из этих... А, подождите. А я это ломал? Я вот эту статую вроде бы не ломал вообще. Я ломал вон там первую статую. В пещере вторую. И третью вон там вот. Maybe это сделано специально, чтобы было типа сложнее. Без понятия. Уровень.
Мне не поднять. Камень духов где-то нашел. Магия меда. Магия меда. Давай меньше сделаем затраты на вот тебя. Скорость передвижения нет. Уязвимость еще меньше. Сделаем затраты. И что у нас тут на копье есть? Блин, на копье хорошие того приемчики канают. Ну не знаю, давай план пробуем еще раз. Может без отдать и будет быстрее восстанавливать стамина, но вряд ли. Не получилось. Как называется это босс-то? Я не успеваю прочитать. Она меня очень быстро убивает. Как вот тут вот, нет дэшница? Она прям подстраивается под меня. Она прям подстраивается, я дэшусь, она разворачивается и продолжает меня дамажить. Один. Я Цуноками. Как от него дышнуться? Как уйти от этой атаки назад? Блять, ну что такое, да? Что за, блядь? Отхиляйся.
тогда получилось, сейчас не получилось. Ну, пиздец, а. Надо качаться, надо качаться, надо явно качаться. Тут явно надо качаться. Ладно. В принципе, я тактику примерно накидал себе. Надо явно убить змеюк этих очень быстро и рано. Надо понять, как от нее дэшится, когда она на тебя прет своим носом, потому что предпоследний раз я дэшнулся прям в нее. И не было урона. И мне показалось, что я прошел вот так вот сквозь. Второй раз, когда я попробовал так же дэшниться, я получил дэмэдж. Это раз. Во-вторых, когда она делает этот захват сраный, я не понимаю. Я пытаюсь под нее, меня хватает. Я пытаюсь от нее, через правую сторону, меня она хватает. Может быть, через левую сторону, может быть, можно назад дэшниться, и тогда она тебя не поймает. Но у нее радиус очень большой хвостом. Чтобы назад дэшниться. Может, действительно под закрутку надо дэшиться. Ладно, еще разок. Я даже талисмана не юзаю пока, потому что, ну, бессмысленно. Хотя, на самом деле, здесь... Да, вот, ну, и все толку. Ну да, смотрите, в левую сторону. Ну вот, смотрите, я дэшусь прям. Блять, это пиздец, длинный хвост. Куда? Господи, вообще, я если ношу прям копейки, коплюшечки. Поглядите на нее! Надо действительно этих мелких уродов убивать. Я не знаю, автотаргет на них не работает почему-то. Они просто, блядь, подсирают и жрут тебя. Так-то, в принципе, если научиться уходить от атаки... Ну, вот, опять, сейчас же я два раза, у меня получилось уйти сквозь нее, когда она на тебя тараном идет, сквозь нее получилось уйти. Почему? Ну, явно, что надо уходить налево. Явно не хватает левела. Вы видели, да, сколько я ей наношу дамага? Я буду бить ее таким образом вечно. На самом деле, надо реально качаться. Я, наверное, на этом закончу стрим. Поищу еще вот эти статуи сраные. Выясню, почему. У меня там имеется... Ну, то самое грязевое пятно. Попробую выяснить. Ну, это не она, да? Может, где-то действительно я пропустил. И попробую поднять хотя бы, блин, уровней 5. Постараться, потому что, ну, действительно, она очень мало дамага. Вообще прям мало дамага. На этом сегодня все. Спасибо за внимание. Увидимся. Пока.